Крем Бакс Гуталин. Давай почистим, гражданин. С кого полтинник, с кого руб. Эта фотография сделана в 70-х годах. На ней изображен мой отец, Сергей Флориан Сергеевич. Он работал обувщиком-чистильщиком. Тогда в городе Чебоксары было, наверное, всего 3. И вот он работал где-то вот в этом районе. Он встречал гостей. У нас очень много было тогда гостей. Приезжали, пароходы очень стояли. Рядом была гостиница «Волга». И вот он там прямо работал рядом. Вот он чистил обувь и подковы забивал. Я помню, они цокали, ходили, даже мне забивал. Я говорю: пап, не надо, убери, я не могу, они цокают, очень громко тогда было. Да то, говорит, подошва, говорит, под каблук у тебя будет долго носиться. Их было 3, я, правда, 2 вот не помню, как их звали, дядя Петя и там один без руки. Все они были участники войны. Он, конечно, Чебоксары очень любил город. Как это Чебоксары можно не любить? Волгу, он катался постоянно на теплоходе, в Астрахань ездил. Это ему все нравилось. Ну, как же мой отец, я, конечно, очень люблю Чебоксары. И раньше мне здесь нравилось, вот то, что старый, когда тут парк Крупской был. Ну и сейчас мне очень нравится. Я вообще люблю Чебоксары. Если я куда-то уеду, я не могу, я даже тоскую, мне что-то не хватает. Потому что у нас здесь спокойнее, красивый вот этот залив. А когда вечером освещается, это вообще. Тяжело без Чебоксар, хорошо в Чебоксарах. Чебоксары лучший город, я здесь живу. И тут будут жить мои внуки, мои дети и все наше поколение, моего отца.